Всем огромный привет! Сегодня подробный мастер-класс по вязанию вот такого красивого узора спицами. Вяжется он легко и просто. Раппорт 2 петли и 2 ряда. На спицы набираем любым удобным для вас способом четное количество петель. Кромочную снимаем, не провязывая. Вводим спицу между петлями и провязываем лицевую петлю. Следующие две петельки провязываем вместе за заднюю стенку лицевой петлей. Опять вводим спицу между петлями. Провязываем лицевой петлей. Две следующие петли провязываем вместе за заднюю стенку и так повторяем до конца ряда. Кромочную в конце провязываем всегда изнаночной. Разворачиваем работу. Кромочную петлю снимаем. Все последующие петельки провязываем изнаночные. Вот и весь узор. Все легко и просто. Вопросы, предложения и фото своих работ присылайте мне на Facebook. Ссылочку оставлю вам в описании под видео. Желаю вам вдохновения и терпения. Подписывайтесь на мой канал и не забывайте проверить, включен ли у вас колокольчик о выходе новых видео. До новых видео! Всем пока!